Всем привет! Приветствую вас на моем канале Окси Рукодельница. И сегодня мы с вами будем делать вот такое очень простое колечко с коровкой. Я надеюсь, вам мастер-класс понравится. Не забывайте писать комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы начинаем! Для работы нам понадобится 6 черных бисеринок, 13 белых бисеринок, 2 розовые бисеринки, а также ободочек я решила из голубых бисеринок сделать. Можно любого цвета. Плести колечко мы будем на проволоке. Длина где-то около 30 сантиметров. Набираем 2 розовые и 3 белых бисеринки. Отодвигаем 2 розовые бисеринки. Через 3 белых бисеринки проходим другим краем проволоки и подтягиваем к центру, так, чтобы наши бисеринки были именно по центру. Выравниваем края. Вот что должно получиться. Дальше набираем 1 черную, 2 белых и 1 черную бисеринки. И другим краем проволоки проходим через эти бисеринки, подтягиваем к центру. Вот так. Теперь набираем 4 белых бисеринки. Проходим другим краем проволоки через эти бисеринки, подтягиваем к центру. Вот. Теперь набираем 2 черных бисеринки, подтягиваем к работе и проходим этим же краем проволоки через вторую черную бисеринку. Одну пропускаем, а вторую через вторую вот так проходим и хорошенечко подтягиваем. Вот так. Теперь набираем на другую сторону проволоки 2 черных бисеринки, подтягиваем к работе, пропускаем одну и через вторую проходим этим же краем проволоки. Вытягиваем. Теперь набираем 4 белых бисеринки и проходим другим краем через эти бисеринки, через все. Вытягиваем. Вот так. А теперь одну сторону пропускаем через черную бисеринку, через одну. Вот так. И другой край проволоки точно так же пропускаем через одну черную бисеринку. Вот что у нас в результате получилось. А теперь берем один край проволоки, пропускаем его между двумя рядами, где 4 белых и черная бисеринка. Вот таким образом. Вытягиваем. И точно так же с другой стороны проходим проволокой между двумя рядами белым и, если посмотреть со стороны розовых, то это будет третий и четвертый ряд. Вот так. Вытягиваем. А теперь делаем ободочек. Набираем синие бисеринки в том количестве, которое нужно для того, чтобы у вас ободочек был хорош на пальчик. Набрали, померили на пальчик. И теперь с другой стороны
Проходим через все эти бисеринки другим краем проволоки. Вот так прошли и дальше подтягиваем оба края. Вот что получается. А теперь нам надо оба края спрятать, закрепить и обрезать. Вот такое колечко в результате у нас получилось. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился и все было понятно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии и до новых встреч!